В воскресенье в аптечном переулке произошел обвал грунта. На недавно отстроенной части Ивановского Арбата рухнула брусчатка. На тротуаре образовалась огромная яма. В администрации поясняют, виной всему повреждения на сетях АО «Водоканал», а вовсе не строительная халатность. Вода подмыла грунт, вот все и рухнуло. Опасный участок сначала огородили, а после засыпали песком и выровняли щебнем. Был перелом трубы диаметром 150. Авария произошла в воскресенье. То есть в воскресенье бригада аварийная выехала, устранила аварию, произвели обратную засыпку и верхний слой восстановили щебнем. То есть сейчас технологически восстановить плитку нецелесообразно. То есть все это будет восстановлено за счет сил АО «Водоканал» в строительный сезон.